Краснодарском крае очень много делается в развитии нашей молодежной политики и в распространении тех новых форм занятости подростков, которых мы являемся лидерами. И вот этот конкурс, который сегодня проводится впервые, «Планета детства», это очень символично. И мы благодарим краевое руководство, краевой отдел по делам несовершеннолетних за то, что именно Анапа выбрана местом зонального конкурса. В составе команд дети, родители и сотрудники полиции. Проходили три этапа. Два соревновательных – суворовский редут и высший пилотаж. В третьем проявляли КВНовское мастерство. На творческом поле боя встретились команды Анапы, Новороссийска, Абинского, Красноармейского, Крымского, Славянского и Темрюкского районов. Более 200 человек. Задания на первый взгляд были несложными, но за ошибку в конкурсе участнику предстояло вернуться на старт и начинать заново. В итоге первое место в двух соревнованиях заняла команда Красноармейского района. А в КВНе хозяева площадки – команда 4-й школы. Команда-победительницы встретится на краевом этапе Олимпиады «Планета детства» в Краснодаре.